Здорово, дамы и господа, с вами Bad Science. И сегодня мы устроим крутой завтрак прямо посреди езды на велосипеде. Погнали! Что может сделать ваш завтрак еще более прекрасным, чем сам завтрак? Конечно же, приятная велопрогулка. А как совместить приятное с полезным? Я долго думал над этим вопросом и придумал уникальную штуковину. Я сделал велостол. Простая конструкция, которая крепится к рулю велосипеда, но так как у нас имеется только трюковой велик, нам придется использовать его. Конструкция предельно проста. Два хомута, два болта и кусок обыкновенной доски. Все это вместе скрепляется, цепляется на руль и вуаля, готов наш стол для велозавтрака. Мне уже не терпится проверить данную штуковину в действии. Давайте посмотрим, чего у нас получилось. Погнали! Доброе утро! Здравствуйте! Смотрите, какой у нас завтрак красивый. Прям на ходу можно кушать. Я думаю, лучше ездить на ровных поверхностях. Если у вас трюковой велик, не стоит приделывать такую хрень к своему рулю. Ну и последняя попытка на сегодня с тем, что осталось. Попробуем набрать максимальную скорость и проехаться по горкам с тарелкой, чашкой и кружкой для кофе. Я думаю, я уже достаточно прокачал свои навыки для того, чтобы завтракать посреди вот таких вот земляных горок. Да. Ну, по крайней мере, повеселились как следует. Думаю, вам такие испытания также понравились. Я не думаю, что на этом мы заканчиваем наши челленджи совместимости приятного с полезным. Если у вас есть крутые идеи о том, как совместить приятный досуг с экстремальным досугом, пожалуйста, пишите об этом внизу в комментариях под данным видео. Самый интересный комментарий, конечно же, мы примем к сведению и воплотим в следующих выпусках. Всем спасибо за просмотр, ребятки. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы обязательно будем стараться делать еще больше прикольных креативных экспериментов в наших выпусках. А вы тем временем не забывайте размазывать этот долбанный кнопку лайка внизу под данным видео, подписываться на наш канал, наш инстаграм, где выходит еще больше прикольных новостей, связанных с Bad Science. И, конечно же, не забывайте предлагать свои безумные идеи внизу в комментариях под данным видео. Всем спасибо за просмотр, побольше вам креативной науки. Пока!